На главной сцене города выступают мэтры казахстанской эстрады. Сегодня их голоса, как бы пафосно это ни звучало, отданы на благо родного города. Этот концерт собрал как представителей власти, так и творческих личностей и просто неравнодушных алматинцев. Деньги, вырученные от продаж билетов, пополнят фонд Жана Алатау и пойдут на восстановление сгоревшей горы Мохнатки. Сегодняшнее мероприятие, сбор этих средств составит до 6 миллионов тенге. Эти средства они направятся полностью на ликвидацию последствий, значит, стихийных бедствий. Заслуженный артист казахстанской эстрады и коренной алматинец Алибек Днишев помнит, как еще в юности с пацанами ходил в горы, и трагедию на Медеу переживает как личную. Именно по его инициативе проходит сегодняшний вечер. Лучшие воспоминания и детства, и моей юности, связанные вот с нашими замечательными неповторимыми горами. И вот то, что случилось, оно очень больно отозвалось в моей душе, в моем сердце. И как бы порыв такой был моей души, чтобы хоть что-то, как-то помочь, вот чем-то помочь нашим горам. На благотворительной основе согласились выступить более 20 артистов. Среди них Бибигуль Тулегенова, Майра Ильясова, Жанна Урунбасарова, Дуэт Эль и многие другие. В зале собрались горожане совершенно разных возрастов, и молодые студенты, и пожилые люди. Но ведущим вечера, актерам шоу «Наша Казаша» удавалось шутить на все 100. Билеты на первые ряды стоили 5000 тенге, а все кресла заняты. И это основной показатель искреннего желания действительно помочь нашим горам. Горы – это наше все, это то, чем мы гордимся. И, конечно, когда это произошло, и поднимаешься на фуникулёре и видишь все, что происходит, но невольно, мне кажется, ни одного равнодушного человека нет. Сердце сжимается, и я надеюсь, что мы все вместе сможем все вернуть. Бахаджан Укиев, Жусуп Давлетов, телеканал «Алматы».